несмотря на непогоду, люди все идут, Вот я на своих трех избирательных участках везде проезжаю, смотрю, везде посещаемость очень хорошая. Даже по сравнению с другими годами, предвыборными кампаниями, эта предвыборная кампания намного выше. Сегодняшние выборы показывают, насколько неравнодушны наши жители, не только, я думаю, наше муниципальное образование, а всей страны к сегодняшней политической обстановке.